Всем привет! Добро пожаловать на канал Мыло Опт. И сегодня я хочу сделать обзор масла Органи водорастворимое. Это масло универсальное. Оно подходит для всех типов кожи, как для лица, так и для тела. Оно считается одним из самых дорогих, но самых эффективных. Поэтому его часто добавляют в очень дорогую элитную косметику. Оно прекрасно тонизирует волосы. Тонизирует кожу головы. Если вы добавите его, например, в шампунь или в маску для волос, тогда ваши волосы снова станут блестящими, они будут хорошо расчесываться, будут хорошо укладываться. А если у вас они выпадали, тогда волосы станут более гуще, не будут выпадать. Также очень полезно и для кожи лица. Кожа становится мягкой, нежной, выравнивается тон лица, очищаются поры и сужаются. Также это полезно еще и для кожи тела. Это масло помогает убрать целлюлит, растяжки. Его можно добавлять в масло для массажа, также добавлять в средства для обертываний. Это масло действует очень мягко, поэтому не вызывает ни аллергии, ни воспалений. Его используют даже в декоративной косметике, например, в бальзамах для губ или же в тональном креме, тогда крем будет еще и защищать вашу кожу, не только тонировать. В средствах против растяжек, целлюлита, как я уже говорила, он прекрасно кожу хорошо ее разглаживает, убирает некрасивую апельсиновую корку, а также добавляется в мыловарение. Если вы добавите в мыло, тогда ваше мыло будет не только красивым, но еще и полезным. Не можно будет умывать не только руки, но и лицо. Также можно добавлять в гель для душа или в гель для ванны, тогда кожа ваша будет нежная. Хочу сказать, что эффект виден практически сразу, кожа становится бархатистой, увлажненной. Я хочу показать поближе. У нас идет фасовочка 10 мл, поставщик Германия. Вот такое полезное масло. Спасибо, что посетили мой канал. Не забывайте ставить пальчик вверх, подписываться. Хорошего вам настроения!